Всем привет, ребят! Очередная посылочка из Китая. Вот я вам скажу, что действительно, ну что интересное, потому что знаете, вот в то время, ну что изначально, как только сделали телефонов, то стоимость вкусалась и конкретнейшего. А теперь, ну что спустилась из-за терпимую, ну что стоимость, смотрите, в гривне получается, ну что где-то 2200, а в рублях около пятерки, я так думаю. Но в любом случае, я считаю, ну что телефон, ну что интересный, вот для. Есть вот люди, что, знаете, интересуют их не только там, чтобы все было с вытянутыми экранчиками всем полностью, а здесь у нас наш телефон, что действительно окажется интересным. Я так думаю, по крайней мере. Лего, ребят. Да-да. А то любимой в компании, естественно же, упаковочка чуть оказалась испорчена. Здесь пишется Venture You Exclusive Honor. Я не знаю, что это значит. Так, ребят, что у нас с телефоном? Экранчик 5-дюймовый идет. Кстати, все у нас HD MTK 6737 должно быть. Камеры 13 и 8 пишется. Аккумулятор 3000, 3 гигабайта оперативки 16. Из постоянной и старенький Android. Но в любом случае, испытаем. Все вживую. Так, скрывается, по идее, я так думаю, так. Но из-за того, что упаковка чуть-чуть у нас испорчена, то видите, это проблема. Нет, смотрится все симпатично. Так, ребят, что у нас здесь пишется? Вдруг кому-то интересно будет, тут такая херня. Есть. Я думаю, что все увидели. Ага, тут с процессором пишется такой, а здесь пишется 4-ядерный. Китайцы, одним словом. Скрываем, ребятки, и посмотрим все-таки, что же у нас окажется внутри. По упаковке, блин. Так, сюда, раз. Что у нас есть, ребят? Так, я так думаю, эта штучка окажется вот неинтересна. Ну что, сделано, кстати, из металла. Сканер у нас идет, вспышечка и камера. Так, чтобы вы увидели. Здесь, что сделано из кожи, ребят. Здесь, я так думаю, в питание. И, кстати, оказалось Type-C. Нифига себе. Да? Так, а где кнопки? Включение кнопки громкости и 3,5. Здесь, кстати, что из плюсов, сделано все из металла. И знаете, вот такое ощущение. Шикарно все смотрится, кстати, в целом. Единственная спинка, я не знаю, как. Ага, нифига. Включаем его сразу. Включится или нет, мне самому интересно. Ну, конечно, я вам скажу, ощущение вообще шикарнейшее. Чтобы вы его здесь увидели. Специально так, кнопочки у нас идут, есть еще раз, сбоку, есть, ребят, я надеюсь, что видите, сюда, питашка, а нет, извините, смотрите, оказался куча динамик и USB стандартный, так, сюда сим-карты втыкаются, есть, вообще, я вам скажу, смотрится все круто, пленку попытаемся все-таки снять, аккуратно, хрен тут. С этими, блин, тут же две пленки у вас, что вы так экономите? Ну и хрен с ним, скажем так. Стыкаемся и с таким, из плюсов, что включился, и все комфортно. Но самое главное, что, ребята, комплектация какая у нас идет. В комплекте что у нас идет здесь, одну секундочку. Вскрываем и смотрим. Так, вскрывается только так. Не иначе. Что у нас здесь интересненького? У нас есть одна бумажка. А скрепочка где? Ага. Скрепочка. У нас есть инструкции. И бумажки всякие неинтересные. Питашка, я думаю, идет. Да. Кстати, из плюсов, что фирменная идет. Я так думаю, что увидите. И по качеству, кстати, вполне все сделано. Терпимо. Так, скрепочка. Одну секунду. И глянем все-таки, что с сим-картами, ребят. Чтобы вы увидели. Я думаю, что будет... Оказывается, интересно кому-то. И, конечно же, здесь, я так думаю, что комбинированный свод идет. Да-да, ребят, китайцы все-таки сэкономили немножко. Ну, ничего, стыкаемся и с таким порой. Стало сюда. Так, что у нас еще в комплекте? Ага, у нас еще оказались и уши. Да-да, ребята, тут уже китайцы шикуют и по полной. Ну, конечно, знаете, вот я стыкался, в телефонах
ну, короче, за $40 и за 50, ну, что в комплекте с такими же шли. Так что, знаете, ну, скажем так, спасибо, что кинули за компании. И питание, что нам скажут? Я думаю, тут все, кажется, печально и все на все будет на одну амперку идти. Блин, ну, извините, стыкаемся и с таким, бывает. Сюда. Так что писал. Не, ребят, оказалось 1.5 ампера. Есть. Так что и с габаритами, чтобы вы увидели, может, телефоном 5,5 дюйма. Вот так. Ребят, сюда есть толщина. Не, ну толстенький, знаете, он такой. Нет, ну, чувство, что у тебя что-то по, ну, куча дешевое, скажем так, есть. Окей. И еще у нас есть с таким экранчиком, чтобы вы увидели крупней. Но вот смотрите, толщина и габариты. Ну, щелка просто, видите, ну, что идет, из этого компактней он идет. Но толщина, и, кстати, оказалась тютелька в тютельку. В принципе, ну, полностью. И габариты, кстати, тоже так плюс-минус похожи. Ладно, включаем телефон. Кстати, экранчик, ну, знаете, такое себе покрытие здесь. Я думаю, что в игрушке будет не сильно комфортно все-таки играть на нем. Включаем и смотрим, что у нас с языками. Какая ситуация? С языками. Так, русский есть. И украинский есть. Супер. Китайцы умнички. Включаем привет. Сим-карты упускаем. Интернет. Ждем. Раз. Давайте глянем. Включаем. Не, ну, ребят, я вам скажу, знаете, вот такое, ну, чувство вообще. Не, что телефон. Я вам скажу, знаете, вот, ну, что изначально цена, ну, куча его была $140-150. Но я считаю, что дорого. А за теперешнюю стоимость, то, в принципе, ну, что терпимо. Вот единственное, что и с памятью, ну, чтобы вы увидели, ну, что тут пишется, такие, ну, система такая, а тут, ну, вообще другая. Я не понимаю, ну, что, в чем прикол. Сейчас, ну, что, в перспективе все, ну, что, испытаем. А кажется, вдруг интересно, то я специально, ну, что, испытаю его, ну, что, в перспективу. В перспективе. Сюда вперед. Сюда вперед. Сканер. Давайте еще. Сканер где у нас? Опачки, и включилась. Ну что, черненькое все, знаете, так аккуратненько и красиво все смотрится. Что у нас есть с прошивкой? Смотрите, у нас есть, пришло со старта же к нему обновление. Есть так, ну что, включились к интернету, если захотели, то изменяется в погодка. Ну, прикольно смотрится, кстати, знаете, вот я вам скажу, опа, ну что, гляньте. Вообще супер. Единственное, как ее включить. Давайте включим English ровно. Есть поиск. И вдруг окажемся мы или нет. Не знаю. Я думаю, что нет, честно говоря. Тишина. Аривне, если бить на украинском. Поиск. И фигушки. Да. Тут, скажем так, ну что, китайцы все-таки, ну что, кинули чуть-чуть нас. Так, система, что, ну, что включаем, что у нас здесь. Все симпатично и красиво. У нас есть экономия аккумулятора включается. Если захотели, то включается сканер, кстати. Я так думаю, да. Unlock, take a picture. Насчитываем его. Но честно, знаете, ну, что компактный в такой. Первое впечатление, вот, мне он не сильно интересно. Так, есть. Ты читала его уже или нет? Окей. И что дальше? Раз. Open fingerprints есть. Ну и попытаемся, чтобы считала. Угу. Что включается даже, гляньте. Опа. И спустя 3 секунды включается. Но в чем плюс, что включается и срабатывает, я вам скажу. Но, конечно, ну вот, если честно, знаете, с такой, ну что долго, чуть-чуть, ну скажем, и не сильно и комфортно, и оказалось и удобно. Окей. Что у нас еще интересно? Так, диспетчер, часы, Smart 2. Если захотите, он у нас, ну, что включается и будильник.
включается какая-то такая штука. Smart motion, фигня. Скучно, неинтересно. Ага, ну, вообще движение и херня. Toolbox, включается светильник, если захотели. Опа, включается и светит. Кстати, здесь терпимо все. За загрузки, калькулятор, все стандартно и скучно. А с Play Market где? Мне вот интересно. Ага, если захотели, то включается, потому что Play Market у нас, ребят. Опачки, опа. Потому что все включается и срабатывает. Есть, но меня что интересует? Включаем изначально систему настройки. Где? App Store, камера, Chrome. А где же установки включаются? Так, если захотели, то изменяется и заставка у нас есть. И включаем по установкам. Если захотели, то все полностью изменяется. У нас есть системные включаем установки. Так, что у нас тут идет? Часы. Скучно, включение и выключение. Информация о самом телефоне, чтобы вы вживую все увидели, ребят. Есть, что включаем. И, естественно же, включим для спортивного интереса, чтобы наш телефон установил обновление. Секунду. Так, ребят, ну, все включился, ну, что в телефон все классно. Оказалось, что у телефона индикаторы есть. И чтобы для спортивного интереса, вот что же изменяется при включении к питанию. Давайте втыкнем его, чтобы вы увидели и светится таким светом. Окей, ну, за компанию я чуть-чуть покопался, ну, что с установками и с настройками. Оказалось, все, вот здесь, знаете, ну, система чуть-чуть отличается, и что плохо, что, ну, сейчас перевод не на 100%, скажем так, ну, столкнутся люди с проблемой, я так думаю, ну, что в перспективе, тут я, ну, что включал, и все увидели, что, куда и как, и, если захотели, то у нас тут, ну, что включается, в такие пункты есть. Так, что у нас здесь, ну, что приложение, окей, чуть-чуть впаковал его сразу. Аккумулятор, если захотели, то включается с процентами, чтобы и шло. И все так идет, ну, тихо и стабильно. По идее, по крайней мере. Так что и с памятью 16 гигабайт. У нас все-таки, ну, что в действительности в телефоне идет. Есть, так, конечно же звук, ребят. Если захотели, включается у нас, ну, куча, столько режимов. И звук включается в типа стерео, я так понял. Да-да, ребят, ничего себе. Окей, испытаем сразу его. Так, усилитель динамика я включил. Включаем общий и звонок сюда. Рингтон, чтоб послышали. Так, тихо как-то. Так, что-нибудь из мелодии надо поинтереснее. Ага, то я, конечно же, ну что, потому что, видите, спешишь и не считаешь, что... Знаете, вот, ребят, ну что, громкости здесь вполне, ну что, ну, пусть и с запасом, но, честно, мне не нравится что-то, ну, я не знаю, или я уже офигел, но вот именно, скажем так, по качеству, ну, что, динамика, вот я лучше эту функцию отключу сейчас и попробуем, чтобы вы услышали все-таки, ну что, звучание, скажем так, чуть-чуть поиначе. Не, ребят, ну, в любом случае, скажем так, эффективности не сильно изменило. Ну, куча, динамик 100% вы услышите, но в любом случае, мне, скажу честно, вот мне нравится он. Есть. Так, по экранчику, что у нас здесь есть. Если захотели, изменяется температура экрана. Если захотели, то делается, ну, что, желтенький или беленький, и куча всяких приколов у нас есть. Окей, я так думаю, что скучно и неинтересно. Так, ну, что, включается автоматическая... Здесь у нас по минимуму идет и по максимуму. И, кстати, вы знаете, ну что, в чем плюс, что, ну, оказалось, ну что, из запаса тут вполне, скажем так, комфортно все. Здесь спящий режим. И, в принципе, все. Так, дисплей включили. Здесь у нас
ну, что включается интернет, передача данных, и все скучно и неинтересно. Естественно же, испытаем за компанию экранчик, ребят, чтобы вы увидели все-таки, ну, что с цветами, что куда и как. А попозже можно? Блин, издеваются. Конечно, обновить. Ладно, пока, ну, скачивается, включу вам, что мне показала Antutu, ребят. Я так думаю, что будет интересно. И такая вот циферка у нас оказалась. Ну, что, в принципе, ну, что, для, ну, что, в такой стоимости все вполне терпимо идет. Так, что у нас, включить информацию о самом телефоне. Я сюда включаю. И чтобы вы увидели, что и с чему идет. Показываем. Так, 67-53 оказалось. Ну, кстати, знаете, вот, ну, что, в чем его плюс? Ну, что старенький, но в чем плюс, что, ну, что в танке вполне, ну, что терпимо играть будет на таком телефоне. Так, экранчик у нас такой. С камерой 13 пикселей, 3 гигабайта оперативки и 16 из постоянной у нас идет, ребят. Есть с процессором, я так думаю, ну, что все увидели. Дисплей HD все на все. А с касаниями, я думаю, что 5. Ну, китайцы. Одним словом. Так, что же у нас оказалось с датчиками? Ну, здесь, кстати, сэкономили чуть-чуть все-таки. Гироскопа оказалось, что нету. Есть, включаем сюда. Я включаю. Так, ну, я так думаю, что все-таки, смотрите, опа, изменяется, ну, включается и срабатывает. В таком случае он все-таки здесь есть. Включаем акселерометр. И здесь уже все поинтересней. Окей, а что же с приближением будет? Раз и два, раз и два. Сейчас срабатывает, супер. И, ребят, компас есть даже. Да, ну, что, в чем прикол? Ну что компас. Ну что компас, кстати, ну, что, оказался супер, действительно. Что, включаем, естественно же, информацию о самом телефоне за компанию, чтобы вы увидели камеры у нас. Ну, кстати, знаете, в теории все классно здесь вообще идет. Так, показывают тут, и здесь пишется вообще 6735 MTK. Так, но видите, сюда показываю специально, чтобы увидели. Есть, ребят, сюда система, память и камеры. Ребята, то вообще, ну что, в теории, то, ну, симпатичнее в картинке будут идти. Есть аккумулятор, ну что, пишется 3000, температура, все скучно. Так, спутники со старта, ну что, включим и... Ну что, попытаемся испытать. Так, включилось вроде. И ждем секунду, 2, 3, 4, я не знаю. Знаете, обычно, ну, что плохо, ну что, MTK, что вот именно со спутниками у них стабильно, ну, сейчас все туго бывает. Но вдруг свершится, ну что, чудо, и все включится, и сработает. Но пока тишина. Что пишется, что 13 их есть, но видите, вот, вот именно и с сигналом, я так думаю, ну, что спинка, ну что из металла, ну что вставочки из металла идут, из этого так все чуть-чуть некомфортно вполне идет. Мне интересно, а сколько снимается она как-то вообще или нет? Ну толку, 17 уже есть спутников, но, скажем так, и сигнала оказалось, что у нас нет. Ладненько, что включаем в такой ситуации, что, ребята, YouTube есть, включился, реклама автоматом у нас идет, я так думаю, что здесь все-таки... Ну и с прошивкой чуть-чуть все-таки, ну что, печальненько все. Включаем, естественно же, YouTube. Нет, не сижу на Wix. Сюда включаем. Пропустить. Есть и по экранчику. Так, чтобы вы увидели... Ой, блин. Вот эта спешка, знаете, ну что, ты спешишь. Сюда. Так, включаем, что же по качеству у нас включается. Здесь я включил. Так, ребят, и смотрим. Ну, я вам скажу, все смотрится вообще просто супер. И включаем экран полностью, чтобы вы увидели вживую все так. И сначала плюс-минус. Но, ребят, я вам скажу, что все вообще супер просто. Так, сюда экран делаем. Два. Сюда. Сюда. И чтобы глянули вообще, что куда и как. Не, ну я вам скажу, знаете, вообще, ну что, пусть
и старенький, но ты смотришь экран здесь вот именно, ну что с цветами все вполне, ну что и красиво, и комфортно, и претензий вообще, ну что ноль. Нет, вообще класс. По экранчику, то, конечно, тут все классно. Единственное, знаете, что мне вот, ну что интересно, вот, ну что включить все-таки что-нибудь из музыки. Секунду, сюда. И где любимые мои мозги? Есть. Ай, не то нажал. Извините. Мозги есть. И включаем ту песенку, что я ее действительно люблю. Где? Есть. Чтобы вы услышали, потому что динамики. Да, ребят, ну, скажу честно, все-таки, ну, что громкости, ну, лично для меня чуть-чуть все-таки ее вообще здесь вот, ну, и хотелось, чтобы и громче было, я не знаю, ну, что вот, и, ну, что приложение именно или из-за чего, но, ну, что громкость вот здесь чуть-чуть, скажем так, ну, что все печально. Так, ты включишься или нет? Вот смотрите, ну, что я уже думал, ну, что включится, но фигушки в такой ситуации. Так, чтобы вы еще и за компанию, ну, что включаем интернет, ребят, чтобы вы вживую все увидели, ну, что включается и с какой скоростью, ребят. Я так думаю, что все-таки окажется интересно в кому-нибудь. For PDA.ru есть. И ждем. Опа. Ну, что все грузится, включается вполне терпимо, по-моему. Но стыкнулись с ситуацией. Не, все. Все, по-моему, супер, ребят. Что все включается и грузится, и со скоростью звука вообще. Скажем так, для интернета и ютуба все вполне терпимо будет. И, конечно же, камеры, я так думаю, что будет, ну, что интересно, ну, что тем более, что китайцы указали, ну, что камеры от компании Sony идут. Так что вы увидели, что здесь у нас все скучно и неинтересно. Стабилизация, если захотели, включается. Автоопределение сцены, ну, что пистов 13 пикселей, а что будет, если мы включим целый экран, 13 пикселей идет. Супер, так стабилизация включается и по качеству видео есть. Так, ребят, естественно же, скинжальчик возьмем, да-да-да, я стабильно, я скинжальчиком, чтобы испытать, что у нас из картинка идет и с плохим освещением. Так, по фокус, ну, что включается, кстати, и срабатывает вполне, по-моему, вообще окей. Раз. И сюда попробуем. Еще раз. Раз, два, три. Есть. И что же у нас окажется в конечном итоге, ребят? Ну, кстати, знаете, вот я вам скажу, что, ну, что скидка, ну, с плохим освещением, то я вам скажу, что, в принципе, все вполне терпимо. Я стыкался, что и с картинками, что было, ну, вообще полный кошмар. А если издалека, ну, что включаете, и детализация уже, естественно же, стала похуже. Скажем так, ну, куча в темноте, то будет картинка уже хреновая, а с классным освещением, то будет все супер. Так, ну, что включаем видео. Всем привет, вы на канале Азыки из Китая. Мы испытываем телефон LEGO Venture 1. Кстати, стабилизация тут, ну, что включается, но и срабатывает вообще не хти. Вот единственное, что, знаете, автофокус, мне интересно, включается или нет. Да, включается, но чуть-чуть все-таки, вот, ну, что долго думает. Есть. Увидели, стоп. Так, и смотрим все-таки. Так, что с качеством у нас идет? Ну, что, впишется 720p? Нифига себе. Блин, кошмар. Честно. Всем привет, вы на канале Азыки из Китая. Мы испытываем телефон LEGO Venture 1. Кстати, стабилизация тут, ну, что включается, но и срабатывает вообще не в тех. Единственное, что, знаете, автофокус, мне интересно, включается или нет. Ну, знаете, вот я вам скажу, ну, что пусть и картинка, ну, типа, ну, пусть и писает HD видео, но в целом все вполне вообще, ну, что оказалось окей. Ну и, конечно же, селфи включаем. Так, не сюда нажал. Опа.
Так что, оказывается, тут у нас, секундочку. Так, извините, ребят, включаем. И что же у нас тут? Ну что, вписалось, что камера от Samsung идет. Я думаю, что здесь будет вполне терпимая картинка. Так, ну что, если включаете, ну что, в целый экранчик, то изменяется к 6 пикселям. Кстати, чтобы, ну что, в курсе были и не кипишевали, так, стабилизация, ну что, включается у нас, и качество картинки такое идет. Окей, давайте глянем на себя. Где там всякие, ну, включаются эффекты? Ну, ребят, ну, знаете, тут, ну, честно, вот пятерка тут и вдруг и оказалась, но по качеству, потому что детализации, я так думаю, что из-за освещения в картинках оказалась вообще, ну, что печалька. А что же из видео? И снова всем привет, ребят, вы на канале Азыки из Китая, мы испытываем телефон Lego Venture 1. Всем привет, мир. Так, стоп. И смотрим все-таки, что же оказалось в конце сведения. Ребят, 400, ну скажем так, и для скайпа, и для вайбера шикарно. Окей. И снова всем привет, ребят, вы на канале Азыки из Китая. Мы испытываем телефон Lego Venture 1. Всем привет, мир. Так, ребят, ну знаете, в целом, что у нас есть? У нас есть... Отличная сборка вообще, ну что, телефон смотрится вполне, ну что, классно. У нас есть, ну что, 3 гигабайта оперативки, старая система, но знаете, ну что, в чем плюс, что в любом случае с такой системой стабильно и глючить, и тормозить вообще в телефон у вас вот не будет. Все включается и срабатывает на изи по камерам, ну, скажем так, они здесь оказались, но учитывая в ту стоимость, ну, этого телефона, я к ним и примахиваться, ну, куча, не хочу. Тут, ну, куча, цель такого телефона в том, чтобы, знаете, ты покупаешь шикарную вещь со старта. Ну что, идет, ну что, из кармана, знаете, вот ты окажешься с таким телефоном, что там, ну что, стоимость их чуть-чуть, ну что, дешевле идет, ну куча, челочка, и все. А с таким телефоном, то 100%, ну куча, ты единственный будешь. Вот и все, ребят. Всем спасибо за внимание, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Пока.